Друзья, всем привет! Как вы помните из предыдущих моих видео, я приобрел себе полуавтомат Deco Power. А сейчас я решил взять себе на пробу три катушечки порошковой проволоки, которые можно варить без газа, и сварочную маску. Сейчас я распакую сварочную маску, вставлю в нее батарейку, установлю порошковую проволоку в сварочный аппарат, в полуавтоматический сварочный аппарат Deco Power, и тем самым я проверю проволоку и, соответственно, маску. И вы уже увидите, как варят порошковая проволока. И я расскажу о своих впечатлениях о сварочной маске. Поехали! По проволоке, как я буду ее устанавливать в сварочный аппарат, смысла показывать нет, чтобы не затягивать видео. По комплектации к маске два защитных стекла и инструкция по эксплуатации. Пленочку уже я попытался снять, но лучше всего демонтировать весь планшет и аккуратненько снять пленку наружную и внутреннюю. И сразу обратим внимание, стоят 4 датчика. Снимаем пленку, устанавливаем батарейку, настраиваю ее под себя. Устанавливаем проволоку в сварочный аппарат и пробуем. Так, ну все, вскрыли аккуратненько. С защитного стекла убрали пленку. Батарейку никакую я не устанавливал. Проверил зажигалкой, все работает. Видать, она уже там стоит. Все четко работает. Теперь сейчас я настрою ее под себя и попробуем порошковую проволоку в работе. Вот такой вот уголочек есть. Сделаем пару швов и уже поймем, по этим швам хорошая проволока или нет. Ну вот, друзья, обратите внимание, минимальное разбрызгивание, валик, конечно, большой, но это все зависит от настройки самого сварочного аппарата и от движения горелки, углом вперед или углом назад. В данном случае углом назад. Углом вперед всегда валик будет меньше. По первому шву я считаю, эта сварочная проволока справилась со своей работой очень даже хорошо. Давайте сейчас попробуем сделать шов углом вперед. Соответственно, после любой порошковой проволоки, так же как после электрода, шов нужно зачистить. Это я сделаю при помощи шуруповертов. Ну вот, друзья, обратим внимание, валик уже по высоте меньше. Шов очень даже неплохой. И минимум разбрызгивания. Сварочная проволока мне понравилась. Я считаю, для бытовых нужд, где-то что-то подварить в частном доме, проволока очень даже неплохая. По сварочной маске. У меня две сварочные маски есть. В одной 2 датчика, в другой 3, а в этой 4 датчика. Мне показалось, что эта маска срабатывает быстрее. Картинка, что ли, через нее более реальная как-то, я не знаю даже, как объяснить. Но видно все четко. Короче, маска тоже супер. Ну вот, друзья, вот такой вот небольшой сегодня тест у нас произошел. Сварочная проволока для бытовых нужд вполне приемлема. Сварочная маска просто супер. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч!